Так, сегодня мы собирали усилиями трех мудрецов такие вот велосипедики. Это у нас спутник с вилочкой, тоже, наверное, от спутника. На современных компонентах, на вот такой офигенской широкой резине. Это что-то наподобие гравела получилось. А вот это старшосе. Просто посмотрите, насколько классная резина. Какие шикарные у нас зазоры получились. Под это все руль широкий. Это не старшосе, руль, да? Это широкий какой-то. Вот, обалденные велосипеды, полная комплектация. Везде каретки на промах, везде втулки на промах, везде нормальная обода. И все это за один день получилось вот так вот укомплектовать. Что-то наподобие турингов. Опа, красота. И вот такой красавчик получился у ребят после перекраски. Это тот самый синий или голубой он был по цвету. Голубой был стартом. Смотрите, какая красота. Двухцветная покраска. Педали в тему. Вообще офигеть. Супер. Прям по цвет вывески. Модная итальянская обмотка. Все готово. Все на стиле. Рога. Точнее, револьвер у нас на максимальной высоте. Такой вот получился интересный велосипед из обычного старшесы. Втулки на промах. Трансмиссия вся современная. Педальки на промах, каретка на промах и только старые советские тормоза. Даже седло у нас советское, настоящий кожаный чепрак в таком вот чехле резиновом. Офигенный велосипед на стиле.